Итак, вот кормовая хозяйская каюта, вот диван, это выход, закрытый в зимнем варианте пока, купательный на корму. Вот уже перегородка каюты гостей или технической каюты. Дальше перегородка, камбуз за ней будет, и здесь вот разобранная кровать стоит, пока она нам мешает в работе. И вот здесь идут обрешетники паёв, и вот потихоньку я иду, двигаясь в проход. Вот этот проем двери в гальюн хозяйский, сейчас попытаемся его осветить. Вот он такой внутри, этот гальюн тоже в обрешетнике весь уже. Вот, значит, такой проход в носовую часть яхты. А вот эта дверь, вот это в эту техническую каюту или как. Но получается, что здесь в этой технической каюте у нас получится реально двухспальная полноценная кровать. Посмотрим, как она выгородится. Вот со стороны технической каюты это обрешетник такой. И мы сделали такой по фэншую поворот. Вот идешь. Вот здесь заворачиваешь, такой радиусная стена будет, красивая такая. Вот, и здесь вот дверь будет стоять входа в машинное отделение. Ну, сейчас я здесь пройду через машинное отделение и попаду на камбузный обрешетник. Вот здесь уже стол камбуза. Наверное, надо, чтобы заказчик приехал и немножко пальчиком поуказывал, что он хочет на камбузе. Вот, ну такая уже кормовая часть яхты, готовая практически к зашивке панелями, желательно, конечно, краснодеревыми. Вот. И вот опять я здесь вот такие радиуса, и здесь радиус такой. Вот такая интересная, коридорчик такой будет с таким зигзагообразным поворотом. И вот такой этот коридор идет в кормовую каюту. Сейчас попытаюсь опять пройти в кормовую. Вот здесь вот справа будет стоять кровать хозяйская. Вот такой диванчик, здесь какой-то шкаф. А в правой части, вернее в левой части лодки будет какой-то письменный рабочий стол. Ну пока так.